Сегодня 14 августа 2013 года. Находимся город Барнаул, Алтайский край. На улице Ползунова 6. Вот приехали братья, делаем крышу, восстанавливаем на храме. Старый шифер сгнил уже, растрескался весь. Вот уже две стороны почти закрытые у нас. Вон брат Андрей ходит. Это у нас брат Виктор трудится. В поте лица своего, по заповеди Божией. Вот это старый мусор привез наш брат Игорь Дубунов. Все это уйдет у нас в печку. Топить будем. Да, слава Богу за все. На крыше-то будешь снимать? Да, я сейчас туда пойду. Вот на этой машине мы приехали с деревни Потеряевки. Это брата Андрея Устинова. Вот видно по ней, что мы ехали по дорогам проселочным, полевым. Очень грязно. У нас дожди идут каждый день и не по разу. Это наши сестры заботятся о красоте двора. Здесь вот рядом соседи живут. Он сгорел. Так. Сейчас поднимаемся. Вот идем. Здесь уже 2 года как перекрыли. А это мы начинаем. Вот старый шифер у нас вот такой вот. Он свое уже прошел. Срок истек давно уже. Пришлось менять крышу, потому что даже в алтаре у нас крыша стала протекать. Потолок. Вот братья трудятся. Вот Роман. Вот Андрей. Цель безопасности держится за веревку. Слава Богу за все. Аллилуйя. Мы находимся на Ползунова 6, город Барнаул. Перекрываем на храме крышу. Это уже второй видеоролик. Вот так у нас ограда выглядит на Ползунова 6. Эти все доски мы перепиливаем, перекалываем и на дрова используем. Вот наш брат идет, помогает сестра нам, которая готовит нам пищу. Вот Надежда Васильевна идет. Молодцы, это моя обязанность, Надежда Васильевна. Я забыл. А, вспомнила опять. Я зафиксировал мою прачечную, а? Нет, не фиксировал. Ладно. Ее-то и надо зафиксировать. Да надо, да, в первую очередь братья, понимаете. Сейчас мы все зафиксируем. Нет, нет, еще.
Батюшка трудится. Братом Андреем. Вот у нас шифер. Шифер старый, волны еще большие, толстый шифер. Но уже ломается. Вот уже перекрывает третью сторону в этой крыше. Крыша сложная, но слава богу, все дело. Батюшка держит, чтобы не упала веревка. Зафиксирована. Вот. Брат Роман и Андрей делают крышу. Батюшка, у вас какие-нибудь комментарии будут? Комментарии какие? Смотри, не упади. А я вижу, но. Вот, комментарий. Упадешь, тебе будет комментарий. Травму получил одну? Получил. Какая у нас крыша? Находимся в городе Барнаул, Ползунова 6. Вот Надежда Васильевна Лапкина трудится во славу Божию. Дрова колет. А вот Виктор Николаевич тоже трудится. Вот Акелина сидит, командует. Да, крыша вот. Наши братья приезжали. Андрей Устинов и Роман Устинов и сделали такую нам хорошую крышу. А так Надежда Васильевна трудится. О, а сейчас, подожди, еще. Сейчас мы на пару с ней. Да-да, Виктор Николаевич, не отставай. О, сразу видно. Удар не по-детски. Только аккуратней. Размахнись, плечо, не болей, голова. Это вам не в машине. Да. Не детский сад. Опа. Осторожней. Ну ребенка-то там. Сиди, вот тебе там. Да, да, аккуратней. Все, все, Надежда Васильевна. Это вам не 20 лет. Вон летает коршун. Ищет добычу себе легкую. Тихо, Акелина, дальше не ходи, то упадешь. Будет вала, будет больно. Несколько дней шел дождь, а сейчас вот погодка установилась вроде. Слава богу за все. Пойдем работать, хватит. Да-да-да, Виктор Николаевич, сейчас пойдем, сейчас пойдем. Сегодня надо доделать, мы уже 2/3, наверное. Вот новое крылечко Надежда Васильевна сделала. Слава Христу.